люблю своих ублюдков, абсолютно всех. Привет, ребята, в этом видео будет очень необычный тест. Я специально для этого теста купил обычное, самое дешевое подсолнечное масло. Оно достаточно жидкое. И у меня есть вот такая колоночка Вававом 24, с ней уже были видео на моем канале. И она для этого теста подходит лучше всего, так как у нее очень похожее расположение динамиков и пассива, как у JBL. А именно две пассивки по бокам и два динамика спереди. В этом видео я откручу один из динамиков и внутрь в колонку залью масло подсолнечное до самых краев, то есть колонка будет полностью внутри наполнена маслом, после чего я вкручу динамик назад и мы навалим на этой колонке бас. Мы ее поставим в нормальное положение и внутри вместо воздуха будет только масло, то есть динамики будут двигать масло, а масло будет уже двигать пассивки. Будет ли это все работать или схема замкнет раньше, это мы сейчас и проверим. Ну и прежде чем заливать сюда внутрь масло, я думаю, надо включить колонку и проверить ее на работоспособность. Я всего добился, больше не к чему стремиться. Не я все это полная хуйня. Меня. Ну вот, как мы видим, колонка работает, и теперь можно залить ее полностью маслом. Ну что, ребят, колонка, как вы видите, работает. Она стала гораздо тяжелее, потому что она полное масло внутри. Сейчас мы навалим жесткий бас и посмотрим, будут ли динамики двигать пассивки. Ну вот, ребят, как мы видим, то что колонка работает, масло не помешало и ничего там не замкнуло. Единственное, что колонка стала гораздо тише и теперь ход у динамиков очень маленький, также и у пассивок. То есть масло делает очень большое сопротивление и динамики не могут его сдвинуть с места. Я думаю, надо теперь масло вылить из колонки, опять ее собрать и посмотреть, что изменится после этого. Thank you.
когда я вылил масло, колонка начала играть лучше, и динамики выходят теперь на свой полный ход. Но единственное, что я слышу, как там шлепает масло, там внутри катушка, магнит, все теперь в масле, и оно полностью оттуда, естественно, еще не вытекло. Может быть, колонка постоит, и масло полностью стечет, и тогда динамики будут играть лучше, но уже звук, естественно, не такой, как прежде. Но зато колонка теперь как новая, она вся в масле. Ну, так говорят, типа в масле, значит новая. Так как масло не проводит электричество, поэтому замыкание и не могло даже быть в этой колонке. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Ну и так как колонка теперь вся в масле, я даже не могу ее никуда поставить, ее надо, естественно, отмыть. И я это попробую сделать с помощью посудного средства, которое удаляет жир. Посмотрим, как это получится. Я набрал уже немного теплой водички, в которой мы будем купать колонку. Ну, естественно, сразу же навалим бас. Ну все, колоночка походу разрядилась, и теперь надо ее все-таки попытаться отмыть от масла. Смотрите, посудное средство в тылу врага. Попробуем его размешать в масле. Как мы видим, посудное средство отлично смешалось с маслом, и теперь непонятно, кто же кого одолел. Походу масло, потому что его было больше. Вот мы и доиграли с этой колонкой, то что у нее отклеился резиновый подвес на одном из динамиков. Понятное дело, то что сначала маслом его пропитывал, потом его в теплой воде искупал, потом еще средством для посуды его обработал. И клей не выдержал и отклеился. В принципе, это ожидаемый результат, но колонка все еще работает. И хорошо, что динамик расклеился, когда я уже вытащил колонку из воды, иначе бы вода попала внутрь и повредила бы усилитель. А так колонка осталась рабочая, в ней можно заменить динамики, и она будет работать опять как новенькая. Также какую-то часть масла удалось смыть с корпуса, но динамики, естественно, все равно внутри пропитаны все маслом, поэтому они по-любому уже были негодными. Вот такой получился необычный тест с колонкой. С вас теперь большие пальцы вверх, подписка на канал, нажать колокольчик, написать кучу моих любимых рандомных комментариев под моими видео, и мы с вами увидимся в следующих выпусках. Пока!